Простите, если я прерву ваше застолье, где во главе он, Ширвинт Александр Анатольевич. Помянем его чаркой водки, по обычаю, и хлебом солью. Произнесла, как приговор, и сердце отозвалось болью. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один серый день в сквозном проеме незадернутых гардин. Незадернутых гардин. Только тихо по портьере пробежит немая дрожь. Тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, остановишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют. Ведь 90 — это срок, а столько сыграно ролей. На сцене и, конечно, на экране. Худрук в театре сатиры много дней, и каждый день не просто день, а воспитание сознания. Сатира — мудрое создание искусства. Смеется зритель. Что же еще надо? Но это далеко не так. Сатира — это образ мысли, возвышенные чувства. Поэтому овации и браво-бис, цветы на сцену, от зрителей награда. Все это было от нуля и до седин. Учение свет, а не учение тьма, гласит пословица: не будь один, запомни, одному на сцене или на экране все одно, хана. Нет, Саша Ширвинт был не одинок. Хоть зрители предпочитали одного его, усвоил накрепко он праведный урок. Один не воин. Без коллектива ты не сможешь ничего. По улице моей который год звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход, как будто небесам угоден. О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, ты молишься и замыкаешь круг, не внемля уверения бесполезным. И вот тогда из мрачной темноты, из мутного невежества былого, друзей моих неясные черты появятся, исчезают снова. Друзей моих неясные черты появятся, исчезают снова. Что ж, галерея его друзей-артистов, которых он ценил и знал, не подведут. По жизни был он оптимистом,
и верю в то, что славу делает совместный труд. Вот первый фильм «Она вас любит». В нем девушку играла Инна Кмит. Избыток счастья. Хотелось крикнуть «Люди!», а в титрах мое имя, значит, я артист. Афиши на стене и театральные программки. В них Игорь Дмитриев, Белявский Саша, Георгий Вицин, Лида Сухаревская. Ну, просто огни рампы. Бурков Георгий, Мягков Андрей. Ребята в доску наши. О, сколько их! Друзьям моим артистам бьют в барабаны. А вот спектакль «Женитьба Фигаро». Граф Альмавива – это я. Не странно? Андрей Миронов. Его я полюбил как сына, как Адамово ребро. Хорош он был, да вот ушел из жизни рано. Державин Миша. Его я тоже не забуду. Мой постоянный оппонент. С ним исписав бумаги груду, репризы, конферансы, каламбуры. Все в момент. Охотно представляли зрителям со сцены. Хотели рассмешить вас непременно. Ведь это, право, не грешно. Смеяться от души, если смешно. Я снова выхожу на сцену, чтобы отвесить до земли поклон. Вы смейтесь, смех лучше, чем печальный стон. А если суждено уйти мне в мир иной, не унывайте, я с вами. Среди вас. Да вот же, я живой.